Всем привет! Миллиардеры пообещали России инвестиции под гарантии стабильности. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Реализовать в России проекты на 70 триллионов рублей готовы крупный бизнес и миллиардеры из списка Forbes. Об этом рассказали в газете «Известия». Уточняется, что они выделят средства при условии принятия закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности. По данным издания, опрос владельцев российских крупнейших компаний и миллиардеров из российского списка Forbes провели в ручном режиме эксперты Министерства финансов России. Бизнесмены рассказали, что ключевая идея законопроекта – это гарантия условий ведения бизнеса для фискальных инвесторов. Для обеспечения стабильности владельцы предлагают заключать соглашение, по которому он будет инвестировать не менее 250 миллионов рублей для проектов в социальной сфере. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!